Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хотела бы рассказать вам о моем проекте «Использовать палетку». В прошлом видео на русском языке у меня был голубой макияж. Это было видео «Что в моей сумке?». Этот голубой макияж очень не понравился одной из девушек, которая посмотрела это видео. Она сказала, что это выглядит не стильно и что это портит мое лицо. Сегодня я решила сделать зеленый макияж. Я думаю, что он будет контрастировать с рыжим цветом моих волос и, возможно, будет идти мне больше. Как вы считаете? В общем, жду ваших комментариев по этому поводу. Думаю, что макияж получился достаточно аккуратно. Я очень старалась сегодня. В общем, по поводу использовать палетку. У меня есть вот такая огромная палетка на 120 цветов. От Ларок, марки Ларок. И из нее у меня до дна добиты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 цветов. 15 оттенков из этой палетки уже добиты до дна. И мне бы хотелось дойти до половины, до конца года, но, конечно, это, мне кажется, уже невозможно, потому что такая была у меня цель в начале года, скажем так. Вот оттенки на те, над которыми я сейчас работаю. Я их выбираю с помощью вот такого рандомайзера, коробочки с номерками. Вот. И вот этот цвет, над которым я сейчас работаю, это, конечно, невозможная палетка, потому что я не знаю, как вообще создавать луки с такими цветами, как их вместе использовать. В общем, я решила также добавить в свой проект в начале года маленькую четверочку нюдовых оттенков, и я ее закончила. И мои англоязычные подписчики и зрители проголосовали за вот такую зеленую палетку, которая сейчас на моих глазах, для того, чтобы я ее закончила тоже до конца года. Как видите, здесь есть цвет для затемнения складки века, есть цвет для высветления подбровного пространства, есть цвет на все века. В общем, я буду стараться ее использовать. Я думаю, что здесь всего 2 грамма продукта, по-моему. Я думаю, что я смогу добиться до дна в этих тенях. Я хочу допить ее полностью. Также, поскольку у меня есть проект 21 использование, в нем я внесла вот такую палетку Nude Blossom, здесь уже все стерлось, от Catrice. И здесь у меня донышки уже на 1, 2, 3, 4, на 4 оттенках. Вот этот оттенок полностью выпал, он был темный-темный, почти черный цвет, он выпал сам. В общем, и мне бы хотелось добиться до дна на всех этих тенях. Вот, я хочу поработать над вот этими оттенками, на которых еще нет донышка. И вот эти две палетки у меня посвотчены на руке. Как видите, вот это Nude Blossom и вот это зеленая Smile, китайская палеточка. Вот, как вы думаете, смогу ли я добиться своих результатов? Конечно, по вот этой палетке, мне кажется, уже нет, но, по крайней мере, по зеленой и по нюдовой, возможно, да. Спасибо большое за внимание и пока-пока!